Ну расскажи, что ты сделаешь. А, ты же делаешь? Да, да. Просто скажи. Тут записывается военкомат, видимо, на войну. И, конечно же, я в этом обязательно должна участвовать. Родину защищать, врага бить. Надеюсь, там вкусно кормят хотя бы. Можно вам записаться? Да, конечно. А мешанный нормально. А что делать нужно? Смотрите. Сейчас я даю вам. Окулист, физическая подготовка, строевая подготовка или стрельба. Для начала проходите окулиста. Он вам записывает, хорошее воззрение или нехорошее. Можете его продолжать или нет. Если не можете, ну, вас направляют на какой-то другой. Дальше физическая подготовка. Это приседания, отжимания, в зависимости от того, что строевая подготовка. Ну, это строевой. И в конце окулист, если вы все это проходите, вы можете посмотреть детей и пройдете. В шоке, у всех ли я пройду, окулист это более-менее, а вот насчет отжиматься, я отжимаюсь полтора раза. Надеюсь, это пойдет. Тебе заставить приседать. А, приседать? Ну, приседаю три, наверное, раза. Надеюсь, это устрашит противника. Да. Здесь я хоть все буквы знаю. Если бы я умела читать, я вообще президентом была. Здесь нет слов. Что нужно? Один глаз закрываем. Глаз закрыла. Да. Нет, это стрельба. Ша. Ша. Это стрельба вот там вот на... И. К. М. Родина. И. Да. Может, на другой глаз? К. Или не надо? Один. Один? Все нормально. Первый пункт... Первое испытание прошла, окулист поставил годин. Ну, надеемся, что я сейчас хоть хотя бы присяду несколько раз. На, присесть 10 раз. Ручки вытягиваем, садится. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Она смогла. Посмотрим, что будет дальше. Как думаешь, ты есть в списке? Важно, да? Надеюсь, я очень старалась. Спасибо, всегда готов. Или это не из этой оперы? Возможно. О, камерамен. Сейчас Дина будет стрелять, посмотрим, да. Рядом с крикетом.
Ну что, Родина получила нового бойца. Противники, бойтесь меня. Я 10 раз приседаю, вижу буквы, куда-то стреляю. Куда-то, вот это правильное слово. Да, вижу буквы, стреляю и хожу красиво шагом. Ты ни разу в цель не попала, я видел. Неправда, это все обман, я попала, я мысленно попала. Противники, бойтесь меня. Ура, за Родину, за победу. А сколько меня именно просто?